В этот микрофон слышите не только вы, но и слышат те, кто за кулисами. Поэтому, уважаемые участники гала-концерта, слышно? Действительно, сегодня заключительный праздник этого фестиваля. Но это праздник заключительный без грусти, потому что такой фестиваль жив, будет жить всегда. В этом мы убеждаемся каждый год, когда приходим в самую престижную площадку города Москвы, Международный дом музыки, убеждаемся, что зал всегда полон. Это счастье. Ваше счастье и счастье тех, кто за кулисами. И еще, совсем недавно, несколько дней назад, в Санкт-Петербурге проходил 9-й международный форум культуры. На этом форуме были гости, конечно, со всей России, были гости из-за рубежа. И вы представляете, что полные залы были там, где играли на тех инструментах, которые вы сегодня услышите. Это без слез смотреть было нельзя. И мне довелось слышать, присутствовать на встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Как он говорил о будущем нашей многонациональной культуры, российской культуры. Поэтому культура наша жива и будет жить всегда. Хорошего вам вечера, успеха этому закрытию фестиваля. Как председатель комитета, я, к сожалению, забыл сделать одну очень важную деталь. Вот сегодняшний наш вечер ведет руководитель, директор, заведующий, не знаю, как еще назвать, музея Мирга, музея Альфреда Мирга. Именно Альфред Мирг 20 лет назад все это придумал, создал прекрасный музей. Создал вот эту ауру, атмосферу, в которой мы сегодня все находимся. И ведет этот вечер Наталья Мира. Итак, много было сказано, поэтому мы, наверное, сейчас начнем. Скажу только слово. Вот все, что вы сейчас будете видеть в первом отделении, это все подлинное. Подлинные гармошки, подлинные костюмы, подлинные российские наигрыши. Я приглашаю уникального человека, нашего гостя из Архангельского региона, Александра Келарева. Thank you.
раз гуляли, а вот хочется еще писать. Разрешите топнуться. Я вообще не знала, что еще сохранились умеющие на ней играть, но мы все-таки сумели найти. И перед нами Евгений и Наталья Михайловы, музей Кижи. Дело в том, что музей-заповедники Кижи сохраняет не только традиционную музыку, но и музыкальные инструменты. Евгений – мастер музыкальных инструментов. Он сделал кантели, йогику, традиционные карельские инструменты и вот такую маленькую гармонику, которую мы привезли на этот фестиваль. Гармоника-черепашка или черепановка. Такой, если использовать модные, конечно, английские слова, гаджет, который парни раньше клали в карман, приходили на беседу, как у нас назывались вечеринки, доставали и начинали играть. И девушки не ходили в старинные хороводы, а танцевали модные городские танцы. И мы сейчас сотрудникам музея русской гармоники Елены Филипповой покажем вам традиционный танец «Краковяк» под сопровождением черепашки. Евгения Михайлова, прозвучат традиционные наигрыши, которые звучали
карельских и русских деревнях Республики Карелия. И вы услышите, как богата наша культура. Отголоски финской, русской и карельской культуры прозвучат сейчас в попурри. Thank you.
награждается дипломом и кубком нашего фестиваля. И могу сказать, что у нас на фестивале такая гармоника звучит впервые. В музее стоит несколько таких экземпляров старинных, раритетных. Но чтобы она вот так зазвучала, конечно, нужна была потрясающая работа мастера. А мы приглашаем на сцену заслуженного артиста России, продолжателя традиции знаменитого Семена Портнова и традиции игры на саратовской гармонике Александра Курдюмова. Его вот так уникальный инструмент – это гармоника мастера Карелина. На этой гармонике аккомпанировали Лидии Руслановой «У стен Рейхстага». Это подлинный инструмент, достался потому, что дружили с семьей Лидии Руслановой. И сейчас прозвучит знаменитая «Попурри на волжские темы». Александр Курдюмов. Спасибо, Александр. А мы приглашаем на сцену
дед и прадед. Все играли на знаменитой елецкой рояльной гармонике. Лауреат очень многих международных конкурсов и фестивалей Андрей Ивлев. Встречайте! Его рука настоящая, подлинная, мастеровая, однорядная елецкая гармоника. Прозвучат «Мотание» и «Досада». Thank you.
молодую восходящую звезду, нашу гостью из Новосибирска. Она, что она только не умеет, на баяне она играет, на гармошке она играет и еще и замечательно поет. Ее путь уникален. Сначала она пианистка, потом она баянистка, потом она гармонистка и замечательнейшая народная певица. Итак, наша гостья София Рослякова. Встречайте! И на ней тоже традиционное казачье платье. И прозвучит сейчас старинная казачья песня, которая довольно-таки редко звучит. Она посвящена казачке-сироте, за которую никто не цватается, потому что за ней нет надела. Но это гордая красавица, и о ней эта песня. «В саду при долине я розы рвала». Я розы рвала, рвала.
Ну а сейчас будет прозвучать песня из репертуара Петра Лещенко «Станочек мой, станочек». Гармониста в своих кругах это имя. Он член золотой десятки гармонистов, и в руках его тоже подлинные инструменты. Один инструмент это сибирская однорядная тальянка, другой нижегородская хромка, наш гость Александр Ланин. Но очень известный гармонный мастер и сам создает настоящие кнопочные Страдивари, я бы так сказала, прекрасно звучащие инструменты. В его исполнении прозвучит пангорная, но другая, тоже сибирская, «Яблочко» и знаменитая «Сербельянка». Thank you.
Александр Гвайнер. Вот это тот блок фестиваля, посвященный подлинной гармонной традиции, и даже цветы вручает научный сотрудник, на котором подлинный костюм Белгородской Воронежской области. А молодежь, она живет своей жизнью, и искусство игры на гармонике вплетается в современное искусство, тоже продолжает жить, но своей уже особой, другой, новой, может быть, даже модерновой жизнью. Но любит русское народное, и здесь все вместе сплетено. Мы приглашаем на сцену группу «Гармонь Драйв». Руководитель группы, заслуженный гармонист России, лауреат международных конкурсов и фестивалей, старший преподаватель РАМ имени Гнесиных Павел Уханов, солистка Наталья Николаева. Валерий Семин, слова Стаса Лисичева, родники моей души. Невозможно обыграть, а любовь не на уме.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что сегодня полный зал опять собрался здесь, на таком замечательном фестивале. Ну, а наши гармонисты, группа «Гармонь Дэр», приготовили для вас замечательный номер, который называется «Матаня» в обработке Евгения Дервенко. Встречайте! Казаки, сердце и казачество, шашки на колонне. Казаки, сердце.
и кубком фестиваля. Молодые, талантливые, яркие. Итак, это конец первого отделения. Объявляется антракт. Дорогие друзья, мы начинаем второе отделение нашего концерта и приглашаем уникальный коллектив. Это оркестр гармонистов, аккордеонистов детской филармонии Челябинской области. Вы знаете, это аккордеонисты. Ну, такими оркестрами никого не... Прошу на сцену! Громко хлопаем! Вы смотрите, что они такие юные. Это профессиональная детская филармония. Это детская филармония не филармония для детей, а филармония, в которой играют дети и играют так, как профессиональные артисты. Это действительно очень уникальное явление. Потому что и родители, и воспитатели их необычные педагоги. Все их воспитатели настоящие профессиональные артисты. То есть это какое-то совершенно уникальное явление в сегодняшней культуре. Это юные артисты. И сейчас в их исполнении прозвучит вальс Шостаковича, русский вальс. Филармонии Челябинской области.
юный музыкант, а играет уже вполне как взрослый, по-взрослому. Тикинья де Абрео. Тика-тика. Thank you.
вот вы поаплодировали Ольге Пафентьевой. Это огромная работа. Этот коллектив тоже награждается дипломом и кубком фестиваля. И показывали для детей уникальный профессионализм. Мне это особенно приятно, потому что основатель этого фестиваля Альфред Мартинович Мирек, он очень много и долго и очень успешно занимался вот такими ансамблями, детскими ансамблями аккордеонистов. Они тоже очень хорошо выступали и даже гастролировали по России и за рубежом. И вот такой же коллектив из Челябинска. А мы приглашаем на сцену потрясающего виртуоза. Он лауреат очень многих международных престижных конкурсов и фестивалей. Это Дмитрий Милентьев. Встречали? Встречайте! Это тоже маэстро. Теперь уже эстрадно-джазового жанра, и в его исполнении прозвучат Ренцо Руджери «Танго Итальяно» и Феррера «Лили». Thank you.
красивой аккордеоне. Соскучились по гармонике, и то, что сейчас прозвучит, доказательство того, что гармошка живет, и ей доступны очень многие жанры. Замечательный лучезарный исполнитель, лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей Владислав Власов. Встречайте! Как все гармонисты, он может все, он играет и поет. А сейчас прозвучит любимая очень многими песнями композитор Владимир Алексеевич Сидоров, поэт Андрей Петрович Шмулян «Когда простым и нежным взором». Как жил ты родная, ты
нашей публике фестивалю у нас звучала одна песня, которая все считают, что непременно тоже должна прозвучать. Она веселая, она задорная, она поднимает дух нашим бравым военным. Итак, Вася Крючкин. Который приехал недавно из больших европейских гастролей. Это мастер эстрадного жанра, совершенно уникальный исполнитель, потому что это единственное аккордеонист вообще, который на международном конкурсе получил сразу 2 гран-при. И в классической категории, и в эстрадной. Второго такого нет. Обычно выигрывают какую-то одну категорию. Итак, встречайте, наш гость Игорь Квашевич. Живет в Италии, в Вене, во Франции, в России, в Белоруссии, в Сибири. Везде огромнейший радостный прием, потому что эстрадно-джазовый жанр, он любим всеми. Я хочу обратить внимание на инструмент. Инструмент уникальный. Это скандалия золотого аккордеона, уже ушедшего, к сожалению, от нас, Валерия Ковтуна. И не только инструмент, но и ладу золотого
нашего аккордеона перешли к Игорю Квашевичу. Итак, Свиридов, вальс из музыкальной иллюстрации «Метель». Bye.
Кубинский карнавал. Огромное спасибо, дорогие друзья. Слушайте, у вас, наверное, все в порядке, вы такие счастливые. А знаете что, у нас сразу несколько юбилеев. 20-й международный юбилей фестиваля. А вот эта фамилия – музей русской гармоники имени Альфреда Мирка. Это больше, чем личность, поскольку пройдя свою личную, не совсем простую жизнь, и сделав для истории, истории России и в целом современности, это, наверное, будут все-таки, как и, знаете, когда Баха открыли через 200 лет, наверное, эта участь оценки пойдет на следующее поколение. Поэтому и этот юбилей, 101 год, да, со дня рождения великого Альфреда Мартиновича Мирка. И, дорогие друзья, по всему миру, вне зависимости от ситуации, чествуются, празднуются, ну, по крайней мере, я, несмотря на то, что я сейчас нахожусь в Германии, 130-летие со дня смерти великого русского композитора Петра Ильича Чайковского. И в завершение своего небольшого выступления для вас прозвучит один номер из его детского альбома «Неаполитанская песенка».
Шевич награждается дипломом и кубком нашего фестиваля. Белоруссии. Это замечательный, виртуозный тоже аккордеонист. Он вернулся из гастролей совсем из другого региона. У него почти были годовые гастроли в Китае, поэтому он не попал на наш прошлый фестиваль, хотя был заявлен. Это лауреат очень многих престижных международных конкурсов и фестивалей. Дмитрий Косак, встречайте!
прозвучало произведение Дмитрия Корсака «Белорусское попурри». А сейчас Дмитрий Корсак «Виртуоза». Они играют так, как играли в начале 20 века, когда и стала популярна саратовская гармоника. Итак, в заключении нашего концерта прозвучат два знаменитых саратовских произведения. Это саратовские переборы и фантазия на тему русских народных прессовых мелодий. Итак, ансамбль саратовских гармоник «Родник», руководитель Евгений Яркин.
друзья. На этом наш концерт окончен. Мы сердечно благодарны вам, что вы пришли и запомнили.